Почувствовать себя настоящим выпускником 11 класса, испытать волнение и преодолеть себя. Такая возможность 22 февраля представилась всем желающим. Только с одной оговоркой – нужно быть родителем. 22 февраля в Татарстане проходит всероссийская акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями». В Заинске родителей пригласили в школу номер 7. Паспорта, пожалуйста, открой в открытом виде фотографии. Ага, спасибо. Родители сами смогут пройти через все процедуры экзамена, зарегистрироваться, заполнить бланки, увидеть, как осуществляется контроль на госэкзамене, как печатаются и обрабатываются экзаменационные материалы. Затем они смогут выполнить небольшую работу, составленную из заданий, ранее использованных на ЕГЭ. Химы отдаю вам сопроводительные бланки и дополнительные бланки. Пожалуйста, удачи всем желаю. Пишите 30 минут. Спасибо. По правилам проведения единого госэкзамена в одной аудитории экзамен должны сдавать не более 20 человек. В Заинске единый госэкзамен сдал и начальник управления образования Заинского муниципального района Сергей Кузнецов. Традиционно ЕГЭ для родителей сдают главы муниципалитетов, сельских поселений, депутаты, спортсмены, артисты, общественные деятели. В Татарстане ЕГЭ запланировали написать 851 человек. Всероссийская акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями» пройдет в течение февраля в более чем 50 субъектах Российской Федерации. В России акция стартовала 19 февраля. Ее инициатором выступила Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки. Впервые это мероприятие прошло 7 февраля 2017 года. Тогда к ней присоединились более 3000 родителей.